Итак, храпаны. Приготовили угли. И кладем их туда. Ждем, когда перестанет идти пена, и вытаскиваем. В общем, они приготовились, немножко остыли. Здесь такая крышечка. Ее мы отдираем. Вот, видно уже мясо. Мясо мы выковыриваем с помощью вилки, либо любых других подходящих для этого предметов. Вот таким образом цепляем его и вытаскиваем его оттуда. Все. Это можно есть. Ну, это можно есть.